Ну, на сегодня, пожалуй, все. Это стройка выходного дня, строим дом. Здравствуйте. Ну, хоть вон в окне светло. Могу показать, вот как оно смотрится из окна. Ну, ванна практически готова. Вот этот. Вот она. Сейчас перейдем. Ну и покажем. Вот она. Вот так вот. Ну, осталось вот этот участок угловой. Здесь тройка не лезет, нужно там двойка или демпферную ленту. Или все это запенить. Но буду делать тогда, когда буду вставлять трубы. Потому что даже вот сейчас вижу, даже троечку надо чуть-чуть подрезать. Уголочек. Ну, в общем, как оно получится. И дальше, ну, то есть, чуть-чуть, конечно, мешает там. Очень немного близко поставили. Ну, канализацию. Ну, в принципе, вроде неплохо и получилось. Тут еще тудема-сюдема. Будет классно. Так, ну, пока вот не сыплю керамзит, очень хочется насыпать. Очень. Но эти вещи надо снимать, как рассыпать. Это я по банному делу помню. Есть такой сайт, как вернее, канал, как строили баню. Он называется «Банное дело». Так что, кто хочет, ищите, подписывайтесь. Меня вы там всегда узнаете. Так, ну, вроде бы все. Так, пену завинтил. Она морозостойкая, то есть минус 65 выдержит. Ну, потихоньку буду сворачиваться. Что здесь получится? То есть засыпем по уровню. Сделаем канализацию, проведем. Потом керамзит прольем пескобетоном. Наверх уже полностью под эту всю положим пятерку или десятку даже. Сверху стяжка. И уже на стяжку будет плитка клеиться. Ну, пока вот сверху стяжка. Наверное, сформируем сеткой. Но кроме стяжки, сюда мы все-таки будем теплые полы. Полюбасу. Теплый пол здесь нужен. Будет свой электрокотел. И вот с этого он будет вон в том помещении располагаться. Потому что вот здесь вот так вот будет. Вот так вот видно, да? Вот так вот будет. Туда входу немножко вход с левой стороны заложится чуть-чуть. То есть будет такая перегородочка. И будет стоять шкаф-командор, то есть зеркальный, чтобы можно было подойти, включить свет, и вот у тебя море зеркала, как говорится. Ну вот, отодвинул, зашел, а там будет все вот, не видно, поэтому можно махать, не махать. Ну, будут все бойлеры стоять, там выходы, ну, если счетчики понадобятся. То есть, ну, здесь получается, вот шириной он будет 600 миллиметров. Ну, там под плитку сделаем, чтобы можно было легко это все мыть, потому что все-таки техническое помещение. Воздуховоды туда будут выходить, вот все. Ну, вот так вот ванна наша смотрится. Много рассказал. Всем удачи. С прошедшими хорошими выходными. Быстро заканчивается. Всем пока.